Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМ-ТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений. Пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии – неотъемлемая составляющая существования проекта. А я хочу, пользуясь тем, что я в эфире, сказать спасибо тем людям, которые блестяще сделали свою работу вчера. Это так называемые силовики. Так вот, я хочу сказать спасибо вот этим силовикам. Присоединяюсь. Вот этим нашим парням. Спасибо, я хорошо знаю этот тип людей. Это настоящие русские мужики, как правильно классные. Было сказано, да? Вот правильно просто... был хэштег тогда. Работайте, братья. Работайте, вот братья. Работайте, братья, спасибо. Ксения Собчак приравняла жестокости насилия по отношению к женщине, которую ударил сапогом в живот ОМОНовец, к насилию и жестокости по отношению к каске ОМОНовца, которую пинали какие-то радикалы. Все говорят, что вышло новое, то самое небитое, как сказал мне в интервью Никита Кукушкин, поколение. Главный вопрос, как скоро оно станет битым, или власть пойдет на смягчение? Лично мой прогноз таков. Эта власть мыслит любую уступку улицы как слабость. В их ценностных координатах крутые пацаны наездов не боятся. Поэтому будут жесткие посадки активистов и запугивание тех, кто вышел первый раз. Алексея не освободят, но Юля Навальная сегодня продемонстрировала, что сможет занять его место в борьбе, если другого варианта не будет. Будут ли митинги нарастать? Превратится ли Москва в многомесячный Хабаровск? Я не знаю, но думаю, что в любом случае нас ждет не оттепель, а жесткие ответы власти. А что вы думаете о сегодняшних событиях? PS. Выложила два поразивших меня больше всего видео. ОМОНовец бьет женщину в живот за вопрос, за что вы его задержали, и какие-то радикалы пинают каску ОМОНовца. Лично мне неприятно смотреть на любую жестокость и насилие. С любой стороны. Это все, ну или почти все, что нужно знать в отношении душевной организации Ксении Собчак, пишет Игорь Яковенко. Именно почти все. Потому что в коротком тексте Ксении Собчак есть еще кое-что интересное. Этот текст про то, что любое сопротивление тирании не только бесполезно, но и вредно, потому что толкает тиранию к ужесточению. Небитое поколение просто сделают битым. Кровавая барыня рекомендует расслабиться и получать удовольствие. Заткнись, ты дура! Впрочем, кое в чем к ней стоит прислушаться. Не надо надеяться на оттепель, на уступки со стороны власти. Путинский режим органически к этому не способен, ибо весь построен на уголовных понтах. Ксения Собчак, которая сама плоть от плоти новой путинской элиты, знает, о чем говорит. Я, конечно, за Путина. Уголовные понты – это все-таки оболочка. А суть в том, что путинский режим изначально нес в себе зародыш фашизма. И сейчас этот чужой окончательно вылупляется из яйца. Правящий класс утробно ненавидит либеральную демократию с ее верховенством права и приоритетом прав человека. Ненавидит все то, что ограничивает ее власть над холопами. И вот сейчас он силится окончательно сорвать с себя гибридные либерально-демократические бантики. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. За которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Конечно же, режим постарается ответить на протесты дальнейшим ужесточением. Новыми уголовными делами, новыми погромами оппозиционных организаций, новыми репрессивно-запретительными законами. Постарается сделать небитое поколение битым. И боюсь, без этого жизненного опыта новому поколению не обойтись. Оно должно твердо усвоить существующий режим враг, компромисс с которым невозможен. И перед каждым стоит предельно простой и жесткий выбор жизненного пути. Один путь – капитулировать, расслабиться, получать удовольствие – и в конечном итоге стать пособником ОМОНовца
бьющего сапогом в живот женщину. Другой путь – отстаивать собственное достоинство, несмотря на цену, которую приходится за это платить, сопротивляться всеми доступными способами и в конечном итоге свергнуть путинский фашистский режим. И не переживать по поводу того, что кто-то при этом попинает каску ОМОНовца. Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки Конституции. Если вы цифры сопоставите, вы поймете, насколько это мало людей. Перспектива такого жестокого выбора страшит тех, кто привык жить согласно принципу одного из героев эпохального сериала «Бандитский Петербург», коррумпированного мента, любившего повторять: «Я подал, но в меру». Фашистская система все более властно требует от них перейти ту меру подлости, которую они привыкли считать для себя допустимой. И они испытывают от этого дискомфорт. За 5 минут буквально до этого меня газом залили, у меня запотело, забрало, я не видел то, что происходит. Я вам клянусь, просто для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, это личная трагедия была. Он очень переживает, Маргарита Викторовна. Вот. Ой, ничего страшного. Отсюда и давно ставшие постоянными жалобы Ксении Собчак на рост конфронтации и взаимного ожесточения, на черно-белое мышление, не допускающее оттенков. И вот теперь ей приходится решать поистине экзистенциальный вопрос: кто она, женщина или каска ОМОНовца? I just say, and I can say it once again, that between evolution and revolution, I would always choose evolution. And if this way will be done by Putin or by someone else, I think it's the best way for Russia. Ничего принципиально нового Ксения Собчак не сказала. Последовательно продолжает свою линию на защиту путинского режима от революции. Ведь революция – это хуже, чем когда женщину бьют сапогом в живот. Это когда пинают каску ОМОНовца. Поддержку наших, наших силовиков. Все отметили некоторую мягкость, да, с которой они работали. Сила сегодняшнего протеста для революции пока далеко недостаточна. Запас его прочности неизвестен. Во всяком случае, он оказался куда большим, чем рассчитывали те, кто поверил Фукуяме. Никто не может предугадать, когда, кем и по какой причине путинский самодержавно-фашистский режим будет свергнут. И надо быть готовым к длительному периоду сопротивления в условиях репрессивной диктатуры. Если я увижу, что такой поддержки идет, я ни одного дня не останусь в своем рабочем кабинете. Путина в отставку! Хрена с два! Чтобы не сломаться в этот период, надо сохранять в себе не только веру в прекрасную Россию будущего, но и ненависть ко лжи, подлости и насилию. Ненависть к облеченным властью мерзавцам, растоптавшим закон, право и справедливость. Ненависть к ОМОНовцам, бьющим сапогами в живот женщину. И к их каскам тоже ненависть. Давайте мы, может, потихонечку будем заканчивать.